пригороде Новосибирска наблюдает нашествие бабочек-белянок, в основном капустницы и боярышниц. Это вредитель, который может за несколько дней лишить дачников внушительной части будущего урожая. Для чего насекомые сбиваются в большие группы и как помогают в борьбе с вредителем куриные яйца, расскажет Мария Черешнева. У кромки луж скапливаются бабочки-боярышницы белыми островками. Насекомых в таких количествах жители Сосновки не видели давно. В этом году много бабочек, целое нашествие, можно сказать. Ну вот на тех улицах вообще много, а в том году не было. Вообще уже, насколько помню, уже давно такого не было. Боярышницы, которых в народе привыкли называть капустницами, безобидны на первый взгляд, но они могут уничтожить весь урожай. Здесь практически все бабочки мертвы. Это значит, что насекомые уже отложили яйца, и скоро их личинки поползут на огороды. Наблюдала такую картину, что эти гусеницы, они своими ножками уцепились за среднюю жилку листика, и все, как будто кто-то, знаете, дирижер какой-то, они вот так все одновременно с краю листа вот так вот его, все одновременно кушают, представляете? Вот так вот грызут и доедают до средней жилки, потом на другую сторону переворачиваются, с другой стороны. Это вообще картина такая интересная, забавная. На участке Александры Песняк гусеницы прогрызли листья груши, жимолости и даже розовых кустов. Конечно. Ну, розам-то, наверное, не страшно от того, что они съедят один листик или два? Или нет? Много. Они иногда, знаете, как поедают это. Чтобы спасти растения, людям приходится идти на хитрости. Первые появившиеся листья капусты закрывают банками или пластиковыми бутылками, так, чтобы насекомым было сложно проникнуть под колпак. И еще вот есть такое народное средство. Ставим колышки и на колышки яйца. К скорлупу. Вот. И бабочка вот именно на яйцо летит, откладывает именно туда ячейки, это и свои яйца. А солнышко нагревает яйца, яйца погибают. Такую погоду, как сегодня, дачники называют оптимальной для того, чтобы бороться с капустницей. Дождевой водой тонкокрылых бабочек прибивает к земле, а их личинки от влаги впадают в анабиоз. Ну а в солнечный день, как это ни странно, самый лучший способ – это обычный сачок для бабочек. А некоторые во время полива огорода сбивают их на лету водой из шланга. В борьбе с насекомыми огородникам и садоводам могут помочь птицы. Впрочем, тогда урожай нужно будет защищать и от пернатых. Мария Черешнева, Алексей Андробаев. Новости здесь, Новосибирск.